Всем привет! С вами канал ArtMoney. И сегодня у нас мотивация на уборку. Сегодня я мою полы своей любимой шваброй. Вот, и вы видите, как я это все делаю. Сын у меня сидит, играет в конструктор. Я решила вот здесь вот убраться. Приготовила себе ведро с водой, губку новую взяла, сода, по-моему, насколько я помню, это отмывается все соды, оставила тряпочку и забыла. Ну и из цветов вот выливаются такие вот ляпы всякие. Хочу, короче, все это я отмыть. Сейчас все буду передвигать. Убирать. С той стороны много очень листьев нападало. Я уже вот собирала немножко. И немножко, вон они. Немножко еще остались. Сейчас будем с вами вместе убираться, чистить все это.
смотрите, помыл я свой подоконник. Кстати, он очень-очень легко отмылся. Я думала, сода понадобится, но нет, он прям шикарно отмылся. Окна, конечно, грязные, мыть я их не буду, потому что я постоянно этой штучкой все цветы поливаю сверху, и они все равно снова испачкаются, снова и снова. Вот. Осталось я еще, наверное, попозже будет время, хочу убрать все вот эти вот камушки здесь, немножечко земельки подсыпать. Это, наверное, будет попозже, в другой раз. Вот такой у меня, это, кстати, у меня гибискус. Но он у нас не цветет уже очень давно. Вот, набрала я кучу советов, как это делается, чтобы он зацвел. И буду, наверное, пробовать. Сейчас все подсохнет, и я свои цветы сюда поставлю. Поставили цветочек. Положила в него немножко. Такая у меня есть грабелька. С вами поливаем. Поливаем наш гибискус. В нем еще растет маленький кактусенок у меня, который отвалился от мамы. Потерялся. Да, потерялся. Отвалился от мамочки. Громко плакал этот кактусенок, да, Дима? Да, Дима. И мама его положила к гибискусу. А гибискус его подумал, принял, да? Сказал, ну, кактусенок неплохой, хорошенький, маленький, дай-ка я его приму. Да, Дима? Итак, у нас с вами сегодня продолжение мотивации к уборке. И, наконец-то, я добралась до своей плиты. Честно говоря, очень долго не могла до нее добраться. Вы, наверное, видите, у меня здесь это очень сильно изляпано, засохшее, но оно отмывается просто шикарно. Именно вот эта вот плита, она просто шикарно отмывается. Это просто супер. Вот. Так, чистить я буду вот такой штучкой сив. Я очень люблю сив, он мне очень нравится. Вот, я ими ванную, кстати, чищу, раковину. И плиту прям вообще просто обожаю его. Вот. Ну и, конечно, губка. У меня сегодня оранжевенькая, хотя не желтенькая. Нужно было все-таки, наверное, желтая. И, наверное, я вас сейчас чуть-чуть поближе поставлю. Вот так вот. Вот. Вот так, наверное, вам будет поудобнее, да? Мы снимаем вот эти штуки. Честно говоря, я их... А нет, надо помыть будет вообще-то. Конечно, их помыть тоже придется потом. Так, вот, смотрите, она, видите, какая? О, тут у меня что-то пролилось там, что-то у меня. Так, и сначала я мочу.
эти, кстати, штуки я не очень люблю снимать. Потому что один раз была такая ситуация, свекровь их сняла и одела неправильно, она была сдвинута, и у меня прям с одной стороны поставила что-то кастрюлю, и с одной стороны прям такой огромный огонь выскочил, даже испугалась. Я потом после этого очень долго боялась даже вообще трогать эти штуки. Вот. Ну, потом пришлось взять вилку металлическую, ее так чуть-чуть это пододвинуть, и прям вообще было страшно очень. Так неожиданно, вроде всегда такой маленький был костер, ну, огончик, костер, костер, огонь. Маленький всегда такой был, а тут раз вдруг неожиданно выскочил такой огромный, прям вообще. Кстати, очень хорошо, когда вот так вот панель встроенная. Да, это, конечно, будет стоить очень дорого, именно встроить в кухонный гарнитур специальный, да, заказать. Но, блин, это вообще просто шикарно. Ничего не падает, никуда не западает, потому что у нас в предыдущей, плита была. Там какой-то был кухонный гарнитур, кто помнит, как мы жили. И на другой квартире тоже у нас была плита. Там был просто кухонный гарнитур, просто плита, между ними щели, как ты не стараешься. Но в эти щели все равно каким-то образом попадают всякие крошки, хоть ты и вытираешь, и потом заглядываешь под кухонный гарнитур, и там просто ужас какой-то. Там просто куча этих крошек, и не понимаешь, ну как? Я всегда протираю, я всегда... Стараюсь протереть аккуратненько, стараюсь, чтобы туда ничего не заскакивало, но все равно заскакивает. Это просто был кошмар. Конечно, тут мы уже решили раскошелиться, уже купить нормальный кухонный гарнитур. Вот. Хотя свекровь прям не хотела этот кухонный гарнитур, она хотела именно вот, чтобы по отдельности. То есть отдельно тумба, вторая тумба, там третья тумба. Вроде так проще, как бы и все. Но нет, я не хочу так. Опа, что тут? Так, сейчас мы с вами пройдемся. Лучше, знаете, честно говоря, накопить определенную сумму, переплатить за нормальный кухонный гарнитур, где у вас будет стоять вот полностью вот эта вот доска, как бы и все. И не будет никаких там еще тумбочек, там, я не знаю, стоящих отдельно. Так, вот тут вам видно? А, видно, да. Тут я тоже перемываю. Ну, тут у меня довольно чисто. Здесь только что-нибудь налетает периодически. Thank you.
вот смотрите, наша плита с вами готова. Какая она стала красивой, посмотрите. На сегодня это все. Духовка у меня чистая, я знаю это. Вот, поэтому мы ее мыть не будем. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, то, что я вам сделала хорошую мотивацию к уборке. Вот, также смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся. Обзоры, обзоры на технику, на продукты из магазинов Fixed Price, обычных магазинов, Светофор, Победа. Живопись также у нас есть на канале, кулинария, как я готовлю на этой плите или в духовке. Вот, плита, кстати, у меня была Канди, очень мне нравится, очень хороший. Вот. И на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Лайки, обязательно ставьте. И всем пока-пока!